я в Краснодаре уже живу 10 лет. Переехала сюда, когда поступила в Кубанский университет. Закончила факультет журналистики, специальности издательское дело и редактирование. И с тех пор пытаюсь найти себя в этой профессии. Я стараюсь. Естественно, это, к сожалению, не издательство, не редакция. Ну, так получилось, что в основном это связано с интернет-текстами. Я работала в различных компаниях, связанных со строительством. Это тексты у меня направлены в основном на недвижимость, строительство, ремонт, обустройство. Либо это какой-то анализ рынка недвижимости, либо это реклама. Телевизионная журналистика, ну, не хочется быть банальной, наверное, скорее всего, какая-то небольшая мечта с детства была попробовать себя в этой роли. Но как-то все время это откладывалось, потому что понимала, что не совсем подхожу, возможно, потому что и над речью работать надо, и еще что-то. А увидела, когда набор на кастинг, решила, что почему бы и нет, можно попробовать. В любом случае, это опыт, и я во всяком случае буду знать, чего мне не хватает, как мне работать над собой, и пообщаюсь с интересными людьми. Я очень люблю город Краснодар, обожаю прогулки. Это и парки, и, естественно, и театры, и кино. В свободное время также, ну, банально, музыка, книги, фильмы. Мне приятно читать, допустим, английскую классику. Это, допустим, Шарлотта Бронте. Наушники, любимые друзья. Да, постоянно живу с музыкой, по жизни. Мне очень нравится вот современное, не совсем, вот больше всего нравится старое, глубокое. Когда работа нравится, когда там человек просто болеет, это я вот хочу. Хочу, чтобы у меня так было, чтобы мне прям, я болела работой, постоянно думала об этом. Должен победить человек, которому это легко дается и который может что-то привнести.